адреналин и запах бензина. Читинские байкеры открывают мотосезон 2013. Река мотоциклистов бурным потоком пронеслась по улицам нашего города и уже достигла комплекса «Мегаполис Спорт». Встретить такое количество байкеров в одном месте – достаточно редкое явление. С чего началось ваше увлечение мотоциклами? Это началось в юности еще, в 86-м. Это был где-то 86-й год, первое впечатление от мопеда. С чего началось? С детства. В этот день у байкеров грандиозный праздник. Давайте и веселиться. Фаер-шоу, гоу-гоу, ну и, конечно, конкурсы для настоящих мужчин. И здесь некогда скучать. Одна! Семен! Четыре! Шлем упал к неприятностям. Кошка перебежала дорогу к хорошей погоде. Говорят, что байкеры верят в приметы. Так ли это на самом деле? Давайте узнаем. У каждого есть какое-то свое суеверие. У кого-то есть талисманчик, присмотрите, кто-то зайчика возит. Кто-то перед поездкой, я, например, перекрещусь, сяду, как крещеный человек. Кто-то перед мотоциклом посидит. Поверий много и примет много тоже, ну. Дома или на работе ты Алексей, Иван, Владимир, а вот в байкерской среде мотоциклистам порой дают немного другие имена. Как ни странно, по моей лысине меня зовут все блондином. Так прилипло, потому что по молодости я любил в начале мотосезона взять немного, грубо говоря, краски и чубчик себе белым сделать. Веселье на площадке «Мегаполис Спорт» подходит к концу. Зрители, зарядившись позитивными эмоциями, расходятся по домам, а байкеры отправляются навстречу новым приключениям. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак.